Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Стал ужасно раздражать муж. Все, что не сделается, не в попад. Нет сил на это смотреть. Вроде хочет как лучше, но у меня в ответ только критика и злость. Он ничего не понимает, не знает и не умеет. Ну, смотрите, аноним. Опять же, вы здесь не задаете вопрос. История, которую вы описали, безусловно, неприятно. Это правда. То есть, ну, неприятно вот так воспринимать, да, своего мужа. Вот, неприятно. Но, тем не менее, это же с чего-то началось. Так было не всегда, как вам справедливо заметил мой коллега. Поэтому вот в первую очередь, конечно, на мой взгляд, нужно вот постараться увидеть, ну, как бы, с чего все началось вообще, вот. Постараться увидеть, вот, что послужило такой причиной, да, для того, что вы стали вот так относиться к своему мужу. Не в смысле того, что вы должны как-то иначе, по-другому к нему относиться, нет. А именно, с чего все началось. Я думаю, что есть какая-то неудовлетворенность ваша. И я думаю, что есть какие-то желания ваши, которые становятся актуальными в момент, когда вы проявляете злость. Возможно, человек воздействует на вас каким-то образом, таким. То есть, я имею в виду, это на вас влияет, то, что делает муж, на ваше желание, на самоощущение, вот. И вы пытаетесь, ну вот, с этим, очевидно, как-то совладать, вот, ну, просто совладать пытаетесь вы с этим. И через агрессию, в том числе, пытаетесь это сделать. Вот, но, не получается. Вот, потому что такой способ выражения своих чувств, он, конечно, не работает, такой способ. От слова совсем. И в итоге вы все равно остаетесь неудовлетворены. А вот очень важным вопросом, на мой взгляд, было бы то, какие желания ваши затрагиваются
когда ваш муж действует вот, ну, так, как действует. Понимаете, да? Какие затрагиваются моменты в вашей психоэмоциональной сфере. Это было бы очень важно, как мне кажется, увидеть. Вот. Вот я думаю, примерно такой ответ вам можно дать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. Бывают ли у вас конфликты с мужем, да, бывают ли у вас какие-то вот, ну, разногласия, там, недопонимания друг другом? Если да, то как вы их решаете? Вот. Это тоже очень важная история, потому что если конфликты решаются неправильно, то могут быть, конечно, проблемы тоже. Ну, лично я думаю, что вы, чувствуете себя несколько неуверенно. Лично я думаю, что муж воздействует и влияет на, вот, я бы сказал, ваше такое, ну, ощущение спокойствия, ощущение уверенности, ощущение стабильности, может быть, надежности. Вот. Лично я думаю так. И я думаю, что именно это и мотивирует вас высказывать вот свою агрессию таким образом. То есть ощущение какого-то страха, ощущение какой-то неуверенности в себе. Вот, тревожности, возможно, все это приводит к тому, что вы реагируете так, как реагируете. Ну и по сути, пытаете себя же вы защитить таким образом. То есть вы же себя защищаете. Вы как бы в этом смысле стоите на страже. Вот. Вы стоите на страже собственного спокойствия. Вот. Поэтому я думаю, что обращать свое внимание вам нужно именно на это, в первую очередь. На то, что конкретно вызывает вас супруг, и на что конкретно вы чувствуете необходимость реагировать. От чего
пытаете себя защитить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.